Покаяние и равнодушие, которое сейчас. Угу. Не от того ли это равнодушие, что люди не каются? Дело в том, что когда-то Перикл сказал: мы ставим всюду монументы содеянному нами добру, а мы не хотим ставить монументы содеянному нами злу. Значит, это зло мы несем внутри себя. Я думаю, что это основная проблема очень многих выходящих за пределы искусства проблем. Надо покаяться. Это происходит в семье, в дружбе, вообще в жизни. Надо поставить точку и двигаться дальше. Чувство покаяния и чувство вины, я думаю, что это то чувство, которое отличает человека от животного, а нравственного человека от безнравственного. Покаяться надо всем. Палач и жертва. Оба жертвы.